Всем привет, ребят! Сегодня с Максом будем играть в камшот рулет. Ссылочки на Макса, если что, находятся в описании. Дамы и господа, сегодня перед вами невообразимое сражение в камшот рулет. Макс не знает, куда он ввязался еще. Он не знает ничего об этом замечательной игре, но мы его сейчас научим. Макс, на счет три. Раз, два, три. А, надо зажать. Опа, все! Понеслась, а ты готов? Нет. Мне дали банку с каким-то черным русским. Да, да. Да, это, смотри, я сейчас научу. Короче, 4 патрона. Видишь, сколько там? 4 боевых и сколько-то холостых. Не вижу. Где? Ну, короче, там показали. Нож. Там показали. Okay. Смотри, слева за тобой, короче. Рядом, видишь, у тебя, короче, 2 порванные молнии и 4 непорванные. Когда мы доходим до порванных, там, короче, смерть финальная, Макс. Там вообще, ну, там опасно. Будет несколько раундов. Итак, смотри, у нас есть нож. Нож, да. Короче, он обрезает дуло. И твой урон становится двойной, то есть 2 молнии исчезнут. Банку выпиваешь, и он чик-чик, и патрон просто вылетает на пол. Наручники тебя просто стопят на один раунд. Хилка, ну, наверное, хилка, я что-то не помню такую хилку, там просто в оригинале сигареты, они хилят. Ну и вот начинаем. Я, видимо, первый, да? Ты же не можешь на оружие нажать? Не. Я вот беру, и я, короче, выбираю в себя бахнуть. Там 4, да. По-моему, огневые, 3 холостые. О, ага. Ля, вокруг нас мужики. Танцуют. И я в себя выбираю, Макс. Холостая! И у меня есть еще один шанс стрельнуть, Макс. Почему? Потому что я в себя стрельну. На одну холостую уже меньше, значит, скорее всего, огневых больше шанс, поэтому я вот... Пам! Блин, Макс! Нормально, нормально. Ну вот, разобрался, да? Делай свои выборы. Ну тогда мне надо только вот так делать. Блять. И в лицо себе, Макс. Не, а как в тебя стрельнуть? Давай, наверное, выбирай, да, его, и там будет Ю. Не, Ю это ты. А, ну да, ты это ж ты. Подожди, я сам теперь запутался. Короче, Ю, внизу не, подожди, в себя, Ю. Вверху в меня. Внизу что, Макс, написано? Ю написано. А, Ю это ты, типа. Ю, ну, это ты, ну да. Ты, да, то есть ты. Я. Да, а Эмпи или что там? Гуэмпи? Enemy. Это в раз. Ой, мне написали в раз, я ей говорю в раз. Это не ты, Макс, это не ты. Я вам. Ну тогда в не ты стреляю. Так. Блядь! Хомшот! Ты мне 2, вот, смотри, подсчет идет. Ты мне 2, я тебе ничего, что ли, блядь, что там? О, ладненько, ладненько. Так, я понял тебя. Ну там сейчас холостая 100%. Сейчас вот так, ну, делаем. Опачки. Я вообще-то запомнил, как выглядят. А там не по порядку, там пофиг. Там не, рандом. Не, все по порядку, я запомнил. Ну ладно, с богом. А, холостая, блядь. Любимая моя. Ну давай, Максик, тогда. Порежем сейчас. А я же в наручниках, или чё? А, я еще ход не доходил, да. Я просто играюсь. Ну-ка! Уф, блин, надо играть на что-нибудь. На авку пениса ВКонтакте, например. И чё, мне когда эти наручники спадут с меня, блядь? А вот теперь мой ход, вот второй. И тогда и спадут. Ну, на удачу. Так ты, я не понял, ты 3 раза, что ли, походил? Нет, а два раза за раз. Ну смотри, я стрельнул себе в рот и мог с тебя стрельнуть. Потом кинул на тебя наручники, стрельнул, наручники снялись и еще раз стрельнул. А я тебя что, убил, что ли, уже? А, нет. Ну чё, да. А, все, что ли, я выиграл? Привет. А, реально? А, нет, ты ходишь, что? Или что происходит? А, ты бухаешь там еще? Так, не, ну он серьезно настроен, видно. Что-то там делает, блин. Страшное. Одна холостая, одна боевая, да? Остались, блядь, я не считал. Все, холостую я. Все, следующий раунд. Так, нож. Во, лупа, смотри. Лупа помогает посмотреть, холостая внутри или нет. Так, 3 боевые, все, 5 холостых. Прикинь, сколько холостых. Да хуя, блядь. Так, а что, я хожу? Так, да, ну ты хочешь. Так, ну давай, давай. Ну ладно, без поддавков, да, Макс? Все серьезно? Ну да, давай. Давай я лупу, значит, применяю. Так, смотрю, что там. Абланк. Абланк это что? Абланк это какая, блядь? Ну а какого цвета она там? Ты там какая-то зелененькая, хуй пойми.
А, пустая. Ладно, сейчас вот так тогда делаем. Раз, минус холостая. То есть осталось 3 боевых, 4 холостых. Так, ну и хуйня, блять. Почему у меня написано, что у тебя 0 хп? А у тебя сколько написано у тебя хп? У меня 0 хп тоже написано. Ну ладно, давай, может, попробуем тебя добить. Ну, наверное, это последний выстрел у тебя, давай. Так, блять, холостую, сука, бабах, блять. Но у меня еще есть шанс. Так. Да какого хера у тебя столько шансов? Потому что я на тебя наручники кинул. Ты заебался мне наручниками. Так. Да, блядь, сука, там все холостые. Да, теперь там одни боевые, две холостые. Три боевые, две холостые, по идее. Я все проебал. На, наручники-то от тебя тоже, блин. Ребята, в Роблоксе вы болеть не забывайте. Там пишите что-нибудь всегда в чаты, чтобы атмосфернее было. Уярился. Блять, наручник. Ебать, я что-то не ожидал, шугануло меня аж. Смотри, смотри. А как ты с нулем живешь? Че это за хрень? Когда да доходит до рваной молнии, хп перестают проявляться. А. На еще, блин. Ребята, шума в игре наведите, чтобы красивее сотрелось. Спасибо, блять, все, я дошел. Теперь ты тоже не видишь моих хп? Нет, я вижу. А, да, не вижу тоже. А, теперь типа мы до смерти играем, я понял. Теперь кто кого первее ёбнет просто и все. А медикамент, если пить, не помог, да, тебе? А я хрена узнает, ничего вроде не было. Так, стоп. То есть там осталось две боевые. Одна боевая, одна холостая осталась. Ну рискуем тогда, похуй. Баночка, поехала. Выпала холостая. Значит, там осталась боевая. Правильно? Ля, красивый финал, кстати. Нормально. Мне дали чек на $1000. Все это ради косаря. Вот это хайп. Ну давай. Давай. Игра 2. Давай 3 игры. И просто у кого будет больше очков. Целых 2 лупы. До 3 побед общих, типа. Так. 3. Опять дохера холостых. Ага, 3, 5 холостых. Почему я сюда первый хожу, кстати? Блин, ебать, мне луп накидали. За луп. А тебе не надо. Блять, что, я хочу отказаться. Ладно, похуй, на удачу. Да нет, давай. Удачи. Хуя ты, бля. Все, удача, Макс. Удача. Да. Ну я выиграл, Макс, тогда. Блять, нахуй я не то нажал опять. Так, это там 4 теперь и 3. Ладно, похуй, на удачу. Блять, сука, неудача ебаная. Вот это жизнь, блять, да. Ты в себя стрельнул, ты чё? Теперь там 2 боевые, 3, ой, 4 холостые. Бля, не знаю. Ладно, буду рисковать. Уф. Ты смотри, у тебя лупы есть. Ты мог посмотреть, внутри боевая или холостая. Да не может столько не вести мне сейчас. Не, блядь. Нормально. Нормально, и продолжаем. Так, короче, лупу берем, разбиваем, нахуй. На, блядь. Потом, не знаю, зачем. Смотрим. Холостяк, холостяк лежит. А это значит что? А это значит, я беру себе в рот, стреляю холостяком. Опа! Мозги мои на месте. Мозги мои, я не выбил себя. А это значит, я беру еще одну. На, блядь, еще одну, нахуй. Че там, че там? Холостая, холостая, я безумен. Поэтому я беру и опять себе в рот засовываю этот длинный ствол дробовика и вышибаю все мозги. Да! Видите, как я могу говорить на Твиче, потому что это геймплей. Но я не растерялся, я еще третью. На, нахуй. Так там уже боевая, нахуй. Я смотрю, а там опять пустота, блядь. Там опять, Макс. И я такой, нахуй, это... Пустышки одни подряд. Серьезно? Все три. Там столько подряд было холостых? Я беру опять ствол. И просто что, будем все друг другу в ебало стрелять по очереди? Мне нравится, когда Максу персонажу, ну, когда в Макса стреляешь в лицо ему, у него на камере просто лицо белое становится тоже. Блять, что-то я вообще, да, ебанулся. Там же нету больше холостых. Пизда. А я не знаю, есть там или нету? Нету. Да, ну давай проверим. Да, нету. До 3 побед, давай общих, типа, поиграем. Давай. Пока у нас 1-0, вот, играем. А, все, следующий раунд, что там дали? Сумма. Мэч. Говна дали, нахер тебе вот эта аптечка нужна, не пойму. Ну, ты можешь выпить и стрелять потом, нормально. И так. Что даст мне? Ну, у тебя будет плюс хп, хорошо. Ну, вот смотри, попробуем, давай, вот я выпью сейчас. И стрельну. А сколько там каких боевых или не боевых? Одна холостая там была? А я не скажу. Бля, так, ладно, так, ну да, мой промах. Поэтому так. Вот так нахуй. Блядь, сука, черт. А тебе повезло, блин, ну и зато у меня плюс хпшка. Так, что будем, блин, сделать нахуй? 2-2, ну, общих. А, 2 холостые, 2 боевые там, ебать. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Опа, пошел. Серьезно работает, смотри, лупу разбил. Зарядил, положил, поднял, взял.
Ну, понятное дело. Сидит, затаился. Видишь, я вернулся назад. Так. То есть там, получается, либо холостая, либо не холостая. Так, ну либо давай. Да. Либо да, либо да. О, ну все. Ну дай. А, вот. Чё? А, ты еще раз, почему? Ай, сука, да, пизда. Да. Ты в наручниках. Ладно. Я уже тут клацаю, ладно, сижу на все. Блять, вообще. Это полный пиздец. Бля, ну надо крупно действовать. Ты думаешь, убьешь. Мы с тобой, ну, с трех лет знакомы. Есть. Знаешь, сколько шансы мы с тобой есть. Знакомы? Ты вдумывался? 28 лет. Ой, 28, да. 28 лет мы знаем друг друга. Это звучит, как будто мы пенсионеры. Давай, давай. Раз, нахуй. Так там холостая, ты чё? Ну и что? Я на всякий случай перестраховался. Ну странно, а чё раунд тогда не начинается? Значит, там и боевая должна быть, нет? Странно. Так, ХП, ножи, наручники. А у меня ХП накидали мне ебучих. Три боевые и пять небоевые. Да. Ну все, Артём, пока. Все, ты думаешь, ну, я помер? Да, реально, пока. А, ты играешь, блять, наручники, да, надел. Пока. Ой, пизда вообще. Ну хоть бы там холостая, нахуй. Повезло тебе, повезло. Блять, я все, да? Это я умер? Да, умер. Да. Ну ладно, 1-1. Ну все, поехали. Третья игра, финал, финальная. Очка. Да, финал очка. Кофе, бля. Черный русский, медикаменты, нож. Ну самый не балдеж. Бля, у тебя хоть лупа есть. Три ебать, против двух. Кто первый? Я первый, что ли? Я первый тут сейчас. Ты первый? Я первый. Да. Давай, все, давай. Все, инициатива на тебя, на ту сторону вся ушла. Блин, я думаю, там сейчас боевой. Там понос. Блять, да. Камшот все-таки. Так, нормально. Значит, там 2 а на 2. А нету лупы, да? А у тебя лупы нету, не, да? Не, у меня печаль. Но я могу вот так сделать. Хотя лучше бы ХП назад восстановил. А что там эта банка дает? Я забыл. А сейчас вылетит какой-то патрон. Так. Блять, боевой выпал. Два холостых там, сука. Ладно, ща. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нормально, хпшечку подняли. Как будто ничего не было, все хорошо. Потом берем и вот так рискуем просто, похуй. Нет, я чувствовал, что надо себе в лицо. Но подумал, вот все, страх. Интуицию отключил из-за страха проигрыша. Да, ебать, там один к одному, смотри, 50 на 50. Вот Макс вообще не боится. Интуитивничать. Вот Макс вообще похуй, он просто 50 на 50 шанс, поехали. Просто стреляю себе в рот. Ну, сука, ну все, удача на твоей стороне. Да ладно, у тебя еще медицина вроде есть, да? Еще есть, банка, есть, да. Есть. А сколько боевых, сколько не боевых, пизда? Так, ладно. О, я сам не помню. Вроде... А, подожди, вроде холостой же остался. А, да? А это не новый раунд? Не, не новый. Да, холостой остался? Да, ладно, Макс, раз ты мне доверяешь, то я возьму в рот. Я верю тебе, Макс. Спасибо, Макс. Нет. Ну, второй раунд пошел. Ну, в принципе, ХП у нас много. Наручники, кофе. Так, ножи. Ебать, ага. У меня тут наручники. Бутыли. Три боевые, вот пять холостых. Короче, Артём, вот тебе наручники. Блять, ты всё. Их ходишь, что ли? Пизда, хватит. Ну поехали. Хватит жить. Да не, нормально, Макс. Там холостых много, сейчас это будет холостой. А, еще и так можно? Ты себе холостые с ножа хочешь холостой ебануть себе в голову? Там холостой, да? Да, бля, не холостой, да? Холостой. Двушечку, нормально. Усиленного холостого себе дал. Так, блядь, опять там что-то... Как думаешь, холостой там или нет? Ну, 4 к 3. Ой, или скольки, ну да. Ладно. 65%. Холостяк. Еее. Ну, у тебя ХП пиздец. Сейчас мы тебя разденем. То есть, получается, сколько осталось-то? Макс, не умирай никогда. Сейчас дай мне... А, я еще стреляю? Ай, блядь, да что ж такое? Почему он еще стреляет? Какой пиздос. Да, блядь! Холостой был? Я подставился, да. Так, ХП дай-ка приравнять тебя назад. Там одни боевые остались, хуярь, блядь. Не, ну еще есть два холостых вроде. Нет, один, по идее, или сколько? Ща-ща-ща. Ща-ща-ща. Кстати, странно, что столько предметов могу использовать. Как будто должно быть считаться заход. Ну, что-то, ладно. Может, ну, и нет. Да. Я не помню, как в оригинале. Бля, да ёбаный нахуй. Рот. Что да за каточка нахуй пошла? Да вообще ну такая, да, блядь. Да, ну ты сейчас стреляешь. Мы в первых двух разогрелись, сука, и... а тут пиздец у нас какой-то. Там холостой, Артём, стреляй себе в рот. У тебя еще нож был? Да, да, я уже ва-банк. Так, ну...
Ой, хорошо, хорошо. Ну, мы поменялись, по сути. В оригинале также. А, ну ладно. Время настает. Он освобожден от наручников. Он накидывает наручники до бедя. Выпивает. А ты можешь еще одну, наверное, выпить. Сразу все. Да, да, я тоже. А, ну да, в оригинале также, я помню, там много. Там, короче, мем есть. Там вместо хилок сигареты. И он такой сигарету курит, курит, пивом запивает, в рот наводит и застреливается. Да, я не знаю, ну я не видел эту игру вообще. Ну, поиграй в оригинал на стриме, прикольно. О, блять, пизда вообще. Ну я здесь! Одна холостая, два боевых, ебать. То есть сейчас 50 на 50, да? Да. Уф, блять, хорошо попал. Хорошо. Сейчас 50 на 50, Артем. Блять, у меня хилок-то теперь нету. Сейчас 50 на 50, в смысле? Да, да, сейчас 50 на 50. В рот тебе лучше стреляй, Артем, в рот. Ладно, я тебе... Вот, все. Все, это раунд, по идее. Ну дайте что-нибудь только, пожалуйста, хорошее, что-нибудь. О. О, ну так, нормально. Ну, блять. Ну, полезная ладно. Полезная вещь. Ага, о, медицины о. Дали тебе там? Медицины дали, да. О, три боевые, два холостых. Так. Ну все, Артем, это все. Блять, сказать, ну это пока. Пизда. Дайте мне что-нибудь поиграть. Все, пока. Блять, все, это пизда, реально. У тебя один нож? Ну ладно, еще повезет. Все, все, я терплю эту двушечку и убиваю тебя, Макс. Блять, мне все время там кто-то... А, это кто-то другой, да? Там... А, это NPC какой-то. Так, стреляет в нас. Ладно. Угу. Ну ничего, ничего, еще, думаю, можно выйти из ситуации. Are you ready? Are you? Сейчас Макс ready. Что-нибудь там зафейлит. Хилочку бахни. А сейчас ты ж ходишь, нет? А, да. Сейчас мне наручники сняли. Сейчас. Там сколько боевых? Два холостых, два боевых там. Что скажешь свое последнее слово? А ебать, это холостая нахуй. А вот и нет. Бля, ну охуенно, интересная игра зато, крутая. Ну да, прикольная. Спасибо большое за просмотр. Обязательно ставь большой палец вверх, подписывайся на канал, жми на колокольчик, включай все уведомления и не забудь подписаться на Телеграм.